такое у нас утро 6 декабря. Это 5-й фривей, Калифорния на юг. До разгрузки мне 150 миль. Я приветствую всех своих подписчиков, гостей канала. Ну и просто зашедших посмотреть, что тут происходит. А происходит такое. После ремонта я отстоялся 10 часов. Ну и вот и выехал. Сейчас 7:30. Что-то туман не рассеивается. С утра вообще ничего не видно было. Ну сейчас так чуть-чуть. Ну едем. Через 96 миль свернем на 41-й хайвей. Ну и по нему уже покатимся. Что будет происходить, буду показывать по возможности, конечно. Подканчиваем мы 5-й фривей. Через 3 мили свернем на 41-й хайвей. Нас приветствует вот этот всадник Brown Farms. Ну да. 309-й экзит. Туманчик рассеялся. Все хорошо. До разгрузки 55 миль. Двигатель работает вроде бы нормально. Турбина работает. Как дальше будет? Ну, дорога покажет. Так, ушли мы с 5-го фривея. Ну и сейчас повернем направо и поедем. Paso Robles. Наша цель. Поехали. 41-я дорога на юг. Первый раз на этой дороге, никогда не ездил. 53 мили до нашего города Paso Robles. Поехали. Пустыня справа, слева. Ну вот такое. Вот такая тут картинка. Серпантин. Между холмиками тут сделали такое. Ну, едем. Вот так вот покручено. Оливки, оливки, уже убрали все, нету. Вот, доехал до тумана. Слева вообще все белое. Ничего не видно. Как ежик в тумане. Вы
выехали из Туманчика. Вон он слева остался. Такое хозяйство тут. Какое-то такое, не очень. Первый хайвей превратился в 46-й. Ну и вот такая вот бетоночка, очень качественная, без стыков, ну вообще шикарная дорога. Вот был виноградник, все собрано. Не собрано, там висит винограда. А что ж не убирают? Непонятно. Это вот так вот хозяйство. Хозяйство такое. Вырастили и не убрали. Все-таки висит. Это черный виноград, тут темный какой-то. Непонятно. Может, еще на дозревании. Так уже солнца нет. Нечего сахаристость брать. В общем, камера, конечно, не покажет это, а там гроздей висит. Опять въехали в туман. Ну, где-то метров 150, наверное, видимость примерно. Не очень густой. Ехать можно. 13 миль до выгрузки. Мясо пасется. Доедем. Выберись отсюда. Вот это, наверное, сейчас вот. И вот это вот так всегда, как оказалось, неправильный адрес. Сейчас будем ехать на правильный адрес, заводить и переезжать. Ну, вот так. Так, поехали в обратную сторону. Вернее, в обратном направлении. Проехал я, оказывается, то место. Но я не виноват. Это брокер намутил с адресом. Едем. 1000 feet, turn left onto airport road.
название тут приличное, винное. О, тут солнечные батареи. Так, сейчас будем заезжать как-то. О, винище, блин. А попробовать нельзя. Так, ну попробуем сейчас упарковаться. Там очень тяжело, блин, как-то правой стороной. Там трак стоит, а если бы он выехал, то было бы вообще легкотня. А так как-то и не очень. Ну попробуем. Вообще такой неудобный заезд, кошмар. Винные короли. Так, ну парковался. Конечно, трудновато, тут такая неудобная парковка. Если бы этого трака не было, вообще проблем нет. А так очень опасно. Ну, въехали. Почти пустой. Осталось там несколько палец. Это я бутылки, оказывается, привез. Ха-ха. Так. Все просто. Заехал, забрал, вывез. Ну, пусто будет.